Президент Евгений Шевчук назначил заместителя председателя Слободзейского районного суда. Им стала Галина Балан, проработавшая в судебных органах порядка 20 лет. Кандидатуру на данную должность главе государства представил председатель Верховного суда Владимир Рымарь. Сегодня президент лично вручил Галине Балан удостоверение, подтверждающее ее должностные полномочия. В мероприятии также принял участие председатель Слободзейского районного суда Александр Циркович. Галина Балан начала свою трудовую деятельность в 1993 году в должности судьи Слободзейского районного суда. Затем в 2004 году заняла пост заместителя председателя Слободзейского районного суда. Ей был присвоен второй квалификационный класс судьи. Подписав указ о назначении, президент утвердил кандидатуру Галины Балан в должности заместителя председателя райсуда Слободзеи еще на ближайшие 6 лет. Евгений Шевчук пожелал ей успехов и выразил надежду, что в своей деятельности она и далее будет руководствоваться исключительно буквой закона. Я понимаю, какое доверие мне сегодня оказано, я постараюсь его оправдать.